Всем привет! Вы на канале Food Home – еда дома. Сегодня буду готовить овсяные батончики. Это отличный вкусный перекус. Нарезаем курагу на небольшие кусочки. Орешки кешью тоже нарезаем небольшими кусочками. Фундук. Сушеный миндаль. Тыквенные семечки. Фисташки. Финики нарезаю мелким кубиком. Хлопья подсушиваю в духовке минут 10-15, перемешиваю каждые 5 минут. Высыпаю овсяные хлопья в чашу. Добавляю курагу, кешью, цукаты, фундук, тыквенные семечки, миндаль, фисташки, кунжутные семечки, финики. Перемешиваю. В сотейник кладу сливочное масло, сахар и мед. Перемешиваем и ждем, когда масса станет однородной. Снимаем с плиты. Заливаю жидкой массой. В форму для запекания высыпаю овсяную смесь. Разравниваю по форме и придавливаю лопаткой. Выпекаю в духовке до золотистого цвета. Затем даем остыть и ставим в холодильник на 2 часа, чтобы масса стала плотнее. И снимаем пергаментную бумагу. Нарезаю на порционные кусочки. Вот такие вкусные овсяные батончики у меня получились. Попробуйте приготовить. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!